Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить игру Black Sart. Ну так, будем сейчас за детективу продолжать, изучать все, что тут возможно, общаться с другими людьми, соединять все типочки. Не знаю, за сколько я ее пройду, я очень буду медленно так чувствовать, ее будет проходить. И сколько я ошибок сделаю, еще много ошибок я сделаю, и какой у нас будет персонаж, то же самое. Но эта игра сделана, я не знаю, чисто или нет, от комикса. Такие дела. Вот мы сейчас будем продолжать ее проходить. Посмотрим, что из этого будет. Так, мы снова здесь. Что я хотел здесь, я тебя не помню. Давайте опять наверх залезем, хотел сказать. Поднимемся на крышу просто для интереса. На это чуточку время потратим. Секундочку, господа, мне надо бы нажать на паузу. Так, мы снова здесь. Я одну штуку проверял. Ну что, ну я думаю, тут уже все мы посмотрели. Да, тут уже смотреть нечего, да? Да, здесь уже смотреть нечего. Ну это уже мы видели, цветочки и все остальное. Ну ладно. Это не важно. Это не важно, это не важно. А вот тут можем посмотреть. Кому-то еще надо приварить сюда железный пруд. Так. Запускаем. Наш любимый. Так же, как и Шерлок Холмс, такая ситуация же есть. Шерлок Холмс тоже надо будет поиграть. Как-нибудь. Так, что у нас вообще тут есть? Так, кому понадобились отпечатки ног клуба? Шкафчики и шкафчики еле есть смазанная надпись. Она уходит обратно, чем он долго думает. Да вот так сделаем. Не, не подходит, да? А я тебя сделаю так вот. Есть оно соединение. Артур Такер сделал российскую надпись на шкафчике еле. А что еще? У нас больше ничего нет, что ли, получается? Носорог. Причем здесь носорог, я не понимаю. Вот тут напал и краска. Не, тоже не соединяет, да? А вот это сиденье не может быть? Конечно, вряд ли это может быть носорог. Фотографии, которые... Ладно, больше я думаю, тут ничего не найду я. А может это я опускаю. Так, что у нас вообще есть? Так, это не то. Вот журнал есть. Что мы узнаем по поводу журнала? При него пока у нас особо нет. А, он работает. Так, ближе. Работает на О'Лире, громилой. Понятненько. Ну, это тоже самое. Мы знаем, что он тоже работает. Что-то слишком странно ты ему. Это больше ничего не знаем. А, про нее, да? Мы знаем. Убирается в клубе. Нашла тело Данна. Работа закусочного у Сэма. На той же улице, где и клуб. Понятненько. Давайте, ну что, получается, к ней, да?
нам. Больше нам делать нам нечего. Больше нам делать нечего, придется идти к ней. А к ней я могу еще подойти? Даже если я тут что у нас? Тут кроме фотографий больше ничего нету, да? Мисс Дан, можно задать вам пару вопросов? Если это поможет найти Еле, конечно. Что вы можете рассказать о Джейке? Я думала, вы друзья. Видимо, ошибалась. Они с отцом были очень дружны. Так что даже не начинайте. У вас хорошие отношения с Бобби Елем? И чё? Ладно, не забивай голову. Плевать бы я на него хотела, если бы не дурацкий клуб, который должен был спасти его дурацкий бой. Ясно? Понятно так. Что за бумаги вы изучаете? Рутина. Отлично. Если что-то найдете, пожалуйста, дайте знать. Я думала, что детектив здесь вы. Делайте свое дело, а я займусь своим. Так, отношения с отцом. Вы с отцом ладили? Скажем, наши отношения стали лучше, когда я поступила в университет. Это в 8 часах езды отсюда. То есть? Я поясню, мистер Блэксет. Я потеряла Джо Дана отца в тот день, когда умерла моя мать. Со мной осталась лишь его бледная тень, Джо Дан опекун. Он обеспечивал меня едой, кровом, одеждой и образованием. И это уже больше, чем вам нужно знать. Понятно. Что скажете об уборщице Мэри? Ничего не скажу. Мы едва знакомы. А я не из тех, кто делает поспешные выводы. Пока. Благодарю. Спасибо. Пока что этого достаточно. Я понял. Я вам не нравлюсь. Но вам нужно кое-что знать. Я слушаю. Так. О, так у нас есть кое-что общее. Я и сам себя терпеть не могу. Приму к сведению, мистер Блэксет. Так, секундочку, тут еще что-то есть, да? Дан вел досье на персонал и клиентов клуба. Имена, адреса и дата рождения. Я бы заглянул в этот сейф. Подскажете комбинацию? Я бы с удовольствием, но это была дата маминого рождения, но я ее уже пробовала. Верный пароль, понятненько. Скажите, когда вы родились? Конечно, 6 марта. Год? Мне 24, мистер Блэксет. Считайте сами. Не повезло. Понятненько. Похоже на счастливую семью. Кот у нас так и не вышел. Понятно все, все ясно здесь. Все ясно, ясно, ясно. Может, что-то... О-о-о, карточка, ну, которая, конечно, вид из кабинета Дана открывался неплохой. У тебя карточка здесь где-то была. Вот она. Далее. Я пока не смотрю это все.
Ладно. Погнал я отсюда, на самом деле. Немного я что-то узнал. Пойдемте сюда, посмотрим, что тут есть у нас. Так, улица, 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 улица. Мэри Парнелл. Та, кто нашла тело Дана, работает в одном квартале от клуба. Наверняка я смогу разузнать у нее что-то. Ёб твою мать. Эй, по сторонам смотри, болван! Болван, помереть решил? Это ты смотри, куда едешь. Иди ты к черту! Лучше тебе тут не шастать! Я так понял, сейчас к ней пойдем, уборщице, да? Которую будем определять сейчас. Как всегда, долгой загрузочки. Вот, пожалуйста. У Сэма вам всегда рады. Приходите еще. Добро пожаловать, сэр. Что я могу вам предложить? Я Блэксет, частный детектив. Я работаю на Соне Дан. Мне нужно задать вам несколько вопросов о Джо Дане. Конечно, но я сейчас работаю. Может быть, позже? Прошу вас, мне нужно как можно скорее найти Бобби Йеля. И мне кажется, вы можете помочь. Хорошо. Поговорим еще о Джо Дане. Каким начальником был Джо Дан? Хорошим. Всегда платил вовремя, никогда не повышал голос. А когда я брала выходной, он даже сам убирал в клубе. Как Джо Дан вел себя вне клуба? Я не знаю. Я всегда видела его в клубе или неподалеку. Это было его место. Думаю, его все любили. Вы можете рассказать мне, как нашли тело Дана? Ну... Я думала, там никого нет. Я убирала в зале каждое утро до того, как приходил мистер Дан. Так значит, у вас есть ключи от клуба? Да, конечно. На полу была краска, и я решила, что проведу там все утро. А потом я увидела его. Он висел там, как игрушка над колыбелью. Думаю, я запаниковала. Когда я успокоилась, я вызвала полицию и ушла ждать на улицу. Простите. Это все, что я могу сказать. Все в порядке. Если вспомните что-то еще, сообщите мне. Спасибо, но я все еще не понимаю, почему он совершил самоубийство. Его жена умерла много лет назад. Может быть, он так и не смирился с утратой? Не знаю, наверное. А может, и смирился. Это случилось очень давно. Я слышал, их отношения с дочерью не были идеальными. В самом деле? Бедняга. У меня нет детей, но
Наверное, это было нелегко. Может, у него просто были проблемы с деньгами? Я не знаю. Может. В клубе в последнее время было не так грязно, как раньше. Не знаете, куда мог направиться Бобби Йель? Нет. Откуда мне это знать? Он редко бывает в клубе, когда я убираю. Бобби кажется хороший парень, но я едва его знаю. А что скажете про Джейка Остиомбе? Кто? Кто это? Горилла. Крупный такой боксер. Друг Джодана. А, да. Я его почти не знаю. Мне не нравится, как он на меня смотрит. Я могу спросить вас о работе? О какой? Давно вы работаете в клубе? Около 4 или 5 лет. Хотя теперь я вряд ли смогу войти туда снова. Вам, наверное, очень тяжело. Простите. Так, что ваша работа в закусочной? Расскажите о своей работе в закусочной. О, все прекрасно. Отличное место. Мой босс. О, рад это слышать. А помимо клуба и закусочной, у вас есть еще какая-то работа? Вряд ли у меня хватило бы на нее времени. Хотя теперь я не уверена, что хочу работать в клубе. Пожалуй, вам лучше не возвращаться в клуб. По крайней мере, какое-то время. Ради вашего же блага. Возможно, со временем станет легче. Спасибо. Джоуи тоже всегда так говорил. Может и так. Я не знаю. Спасибо. Что вы можете рассказать мне о Соне Дан? Я почти ее не знаю, но она, кажется, умная девочка. Бедняжка. Ну что, увидимся, значит. Все мы спросили. Прошу прощения. Кажется, на этом пока все. Увидимся. У нас вам всегда рады. Всего доброго. Так, мы что-то узнали. Мы здесь уже были, заходили к ней, да? Ты такой, а к нему можно подойти или нет? Подождите, а в клубе еще задние двери есть. Мне в клуб надо вернуться, ёб твою мать. А я про заднюю дверь-то забыл. Пойти в клуб. Ну да, я хочу пойти в клуб. Надо в клуб. Заднюю дверь-то у нас нету. Мы заднюю дверь-то не смотрели, да? Получается. Очумей. Вот что я пропустил-то, а? Конечно, не слишком много чего узнали. По сюжету я вообще не прошелся, ничего еще. Ну, хоть все расспросили. Больше-то, я думаю, объединить, да? Или нет? Погнали. А ты бегать можешь? Тут ничего нет, да?
Тогда сначала подойдем. Опачки. Тут кто-то есть, можно что-то расспросить. Замечательно просто. Это нам вход идет на заднюю, да. Это мы здесь. Тут следы. Которые мы наши следы, они идут сюда. Все замечательно. Значит, мы опять выходим отсюда. Будем знать, что это сохранение, если что. И нас тут ждет чувак. Далее. Похоже на эспандер. Да, знакомая, очень знакомая. Интересно, интересно. Наверное, в Нью-Йорке только один человек без телевизора. И это я. Кому он нужен, в конце концов? Ха, заебись. Так, еще карточку нашли какую-то. Все, да, туда больше нельзя. Ну, понятное дело, мне особо это не важно. Ну что, давайте с собой пообщаемся. Доброе утро, сэр. И тебе доброе утро. Джон Блэксет, частный детектив. Вас не затруднит ответить на несколько вопросов? Вовсе нет. Извольте, ваша честь. Вы были здесь в воскресенье вечером? А как же, мой добрый принц? Я пришел сюда посмотреть телевизор после того, как первым пробежал Нью-Йоркский марафон. Я могу вам чем-то помочь? Ну, конечно. Подвинься. Ты мешаешь мне любоваться прелестным закатом. Так уж получилось, свет моих очей, что ты можешь. Сделай старику одолжение. Принеси чего-нибудь пожевать. Хорошо. А как его можно... Ну, это не то, что хотел я. Ну, про нее я узнал. Улик. А, ну это фотопортер. Понятно все. А что за навигация, мне интересно. Так, ему надо что-нибудь пожевать. А где мне что-нибудь пожевать взять? А сюда забраться можно? Не. Так, непонятно на самом деле, что тут творится. Давайте подумаем чутка. Я уже, блин, без понятия, где что брать. Так, код, понятно, не подошел. Вот это я... А тут нет такого вообще. Улик еще пока мало, да, я так понимаю. Thank you.
Короче, пока ничего интересного нету, да? Пока ничего интересного нету. Надо что-то найти, пожевать этому... Он козел, да, я так понимаю? Ну вот, старичку. Я бы предпочел желтый кадиллак, но и так сойдет. Так. Чё значит? Кафешку что идем, получается? Если нас отсюда не отпускают... Значит, нам надо кафешку зайти, взять еды. И принести этому старичку. Только вот так вот получается, больше некуда. Ну, больше нет вариантов у нас никаких, чтобы это что-нибудь сотворить, сделать. Они думают, может, значит, я про эту дверь-то заднюю забыл. Они, может, думают, что сначала тут везде тут обойдусь, все остальное пройдусь, и все будет нормально. Не, у меня получилось так, то, что я сначала. Ух, нифига себе у нее юбка. Добро пожаловать, сэр. Чем вам помочь, мистер Блэксет? Можно мне гамбургер? Конечно. Обычный или с сыром? А я фиг знает, что ему надо. А то с сыром. Думаю, я возьму чизбургер. Угу. Картошку фри, напиток? Нет, это все. Хорошо. В зале или с собой? С собой, пожалуйста. Сэм, один чизбургер с собой. Ладно. Опачки, и тут такая фигня получается, да? Я могу изучить ее. Так, что мне тут показывают-то? И что это такое? Пахнет корицей. Нет, корицей и бургерами. Выглядят опухшими и усталыми. Бессонные ночи, напряженные дни. Или она просто плакала. Пожалуй, все сразу. Больше ничего нет, что ли? Пахнет вкусно. Мой приятель будет доволен. Я того тот раз не разгадал полностью, да? Получается. У нее красивый и четкий почерк. От того это я не разгадал до конца. Ёб твою мать, а. Оде собака зарыта. Оде собака зарыта. Ай-яй-яй. Очумей просто. Вот это косяк. Ну, блин, первый раз я играю игру эту. Конечно, я на второй раз я вряд ли буду ее проходить. Пройдем на что пройдем. Посмотрим.
Оказывается, вот эти подсказки, которые дают. Ваш бургер готов. Ладно, приятного аппетита. Четверо вышли через заднюю дверь тем вечером. Что? Я, может, и слеп, как крот, но пару ушей у меня пока имеется, как можно заметить. Четверо вышли через заднюю дверь 2 дня назад? Да. Точно. Кто первым вышел через заднюю дверь? Какой-то здоровяк. Открыл дверь, вошел внутрь, потом сразу вышел. Кто вторым вышел через заднюю дверь? Мужчина. Через пару минут после первого. Выходя, пробормотал неблагодарный ублюдок. Потом он выбросил что-то в мусор и вернулся внутрь. Нет, подожди. Перед этим он дал мне монету. Монету? То есть я что, похож на человека, которому нужна мелочь? Господи, боже мой, я, между прочим, живу в отеле «Миллион звезд». Кто третьим вышел через заднюю дверь? Судя по тихим шагам, я бы сказал, что кто-то небольшой. Я бы сказал, это было минут через 30 после того, как вышел второй. Этот кто-то бросил что-то в мусор и немного постоял прямо передо мной. А потом я услышал щелчок. В конце я услышал слабый смех с той стороны. Кто четвертым вышел через заднюю дверь? Кто-то большой. Я помню тяжелое дыхание. Он очень спешил. Побежал в том направлении. Среди вещей в вашей тележке есть эспандер. Какой эспандер? Ну, фиговина с 3 пружинами. А, фиговина с пружинами? Я ее достал из мусора. Вон там. Прежде вы вели себя странно, а теперь вроде бы нормально. Почему? У тебя отличные зрение, обоняние и слух. Почему? Ну, я же кот. Ну, а я козёл. Понятно. Ну, давайте посмотрим на него. Так, тут только на взгляд на него надо посмотреть. Ну, окей. Что у него такое есть? Может, он был проводником на железной дороге? Понятно. Кажется, кто-то использовал ее вместо боксерской груши. Это я знаю. Ну, это да, мы уже узнали об этом. Интересно, давно. Каково это жить без ног? Я бы справился. Это мы уже тоже видели. Так, еще последнее нам осталось. Ну, это я уже знаю.
кажется, кто-то использовал ее вместо боксерской груши. Без понятия, что еще тут можно найти-то, а? Ну, что-то еще должно быть. Одна штука будет по глазам видно. Так, тут больше ничего нету. Так, ну это мы уже видели. Это тоже мы видели, это мы тоже видели. В руке у него ничего нету. А, глаз все-таки. Слепой и безногий. Как же он держится? Легко и просто прям. Где вы взяли эту банку краски? В мусоре, вон там. Банка краски и странные фиговины с пружинами. Чудесный вечер. Понятно. Спасибо. Пока это все. Спасибо. Так, и как раз улики достаточно для дедукции. Ну, это тоже можно сейчас сотворить, то, конечно же, по времени слишком много. Так. Мусор. По крайней мере, я знаю, что выброшенный эспандер принадлежит Елю. И что за улику мы нашли? Честно, не понял. Это надо сюда, я так понимаю, да, переходить? Это пока ничего интересного. А, ну мы его и ищем. В этой шкафу уберем, да, а потом выбросим экспандер мусор. То пока рано. А что за навигация? А, только так, да? Понятно. До конца не все непонятно. Так. Давайте еще раз подумаю. Он там про банку сказал, краски. Вот банка краски. Что-то не объединяет нас это все. Подожди. А, нифига, вот все фау, я бы офигел бы на самом деле. Так, понятно все. Ну ладно.
На этом Дом Ночи нас заканчивает. Уже серия так слишком большая серия у нас будет. Давайте уже следующую серию будем дальше разгадывать. Всем удачи вам и пока!